хочется. Всем привет, спизжу. Это новое видео, новый, блядь, влог, самый классный. И сегодня будет самокатерский контент. Есть два самокатера. Питерский. Да, есть два самокатера. Витя. У нас будет подопытный вот этот. И вот Степа Тилт. Степа Тилт. Степа Тилт. Витёк Котик 666. Витя Щенок вообще-то. Да, первое будем учить Витю Фулвипу. Меня тебя... бою. И потом Витю опыт прослайдил. Да. Сейчас. Миша зачмурит вас. Надо сначала научиться крутить руками вип. Вот так. Вот. Все усилия, короче, рук тоже под этот. Помогаем. Типа ошибки бывают, то что, короче, уводят от себя. И надо его крутить под собой. Так, сейчас мы начнем учить full whip. Витя, иди сюда. Жи нам опа бар. Оппозит бар спины. Чтобы научиться full whip, нужно уметь випчик свой и опа бар. Отлично, теперь надо делать вип. 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 Випчик. Вип делай. Он все умеет. Что он умеет, можно... С какой шанс, с какой попытки он сделает full whip? Ни он не сделает. Сейчас этот да***а проедет, подожди, блядь, пропусти. Ты серьезно вот это вот просил, да? Чтобы ты проехал просто по столу? А он реально выучил? Я в тебя не попал, вот харча. Тихо, тихо. Я учил его в плоскоче. Самое главное, сейчас я покажу ошибки, ты там, короче, сделаешь, да? Первая ошибка. Быть тупым. Первая ошибка – это поздное закручивание opposite bar spin. Витя, покажи нам эту ошибку, у тебя не получается. Сначала, чтобы сделать full whip, нужно сделать все ошибки full whip. Нахуй ты его учишь, ошибки, блядь. Так, теперь вторая ошибка, сейчас помню. А больше ошибок нет, можно переходить к изучению. Да у тебя никуда не получится. У тебя, короче, ноги должны быть типа вот так над рулем. Вот. И тебе надо все закрутить одновременно. То есть вот так. Все получится. Уже первая попытка. В чем ошибочка была? Ошибочка была в том, что он низко прыгнул и отвел самокат от себя. Услышал ошибки, придурок? Видишь, у тебя снова поздно бар, из-за этого ты его отводишь. А тебе надо закрутить все вовремя. Вот. Ну, в общем, первый трюк научен. Следующая обучалка будет Брайю. Брайю? Так как сегодня максимально уникальный день, сегодня будет обучалочка Брайю. Брайю. В общем, давай ты ее научишь меня теперь наоборот. Сегодня я буду учить вот его Брайю флипу. Обязательно в козыре, да. Ну можно во флипу, в принципе. Ну да вытолкни самокат и делай. Давай вот он Брай сделает, я сделал Брай. Короче, три основные ошибки от Вити Рушенко. Первое, вы не толкаетесь от квотера. Второе, вы разводите ноги, как Хетия. Что там третье? Низко вылетаете, наверное.
Фрайфлип изучен. Фрайфлип изучен. У меня ошибка. Мы поехали! Так, сейчас мы будем обучать Виктора Щенка опозит брослайду. Иди сюда, придурок. Сделай сначала свой борслайд по этой периле. Можно не по всей. А не вверх, блядь. Вниз. Опози тоже наверх учили. Твой борслайд. Оппозитный. Точно так хочешь. Только у тебя, короче, запрыгиваешь. Тут сложно в том, что у тебя жопа, короче, развернута, и ты не видишь. Ну, да. И, короче, ты на пятках не можешь сказать. Да мне. Вот, смотри. Теперь ты делаешь все то же самое. Только тебе надо зайти, как на твой борслайд, и постараться законтролить. Ну, типа, и в натуре, вот именно. Заходишь на, как на свой, типа, вот точно вот так же. И сходи. Давай, я покажу. Как я говорил, сейчас Витя будет пробовать. Все моими советами он сейчас будет пробовать. Давай, кролик. Ой, козик. Блять, он опять первую часть сделал. Короче, у него получилось более-менее. Теперь по всей попробуй. Ой, а, нет. Надо что, блять, он человек говорит. Давай по половине сразу. Нет, еще раз пизданись, я тебе потом скажу сразу. Так, ну, Витины ошибки, в принципе, в том, то, что он заходит неправильно. Надо, во-первых, взять поменьше скорости. Когда ты берешь меньше скорости, ты можешь запрыгнуть, например, с середины, и ты поймешь хотя бы более как минимум контролить, и тебе не будет так страшно. В общем, давай сделай теперь то же самое, только поменьше скорости, и зайди как на свой бросает. В чем сложность, Витя? Я не понимаю это. Так. Ну, у этого придурка опять были те же ошибки. Он зашел как на крукет, а надо зайти как на свой брослайд. То есть, если ты будешь делать опозит брослайд как не свой брослайд, то у тебя не получится сделать опозит брослайд. Трюк научен, теперь надо застабилить. Давай еще разика три, только чуть больше. Половины запрыгиваешь. Ты возьмешь уже или нет? Как дела? Рот помой только. Все, грязный, не катайся в скейт-парке. Нормальные хода. Все, эта обучалка подошла к концу. Все подписывайтесь и ставьте лайки, и на наши инстаграмы тоже. Да-да-да. Привет, друг. Привет. Подписывайся и нажимай колокольчик, реально. Да, потому реально. Что здесь годные хауту.